Радость от победы в голосовании по благоустройству оказалась несколько преждевременной. Объекты, за которые артемовцы отдали свои голоса, не получают фактического результата реализации. Общественность это, естественно, раздражает, вызывая непонимание ситуации и неосведомленность о деталях. Мы носимся с процентом голосования, уговаривая каждого проголосовать. Набираем хорошие проценты, а результата не видим из года в год. Поэтому обидно, что вроде коэффициент хороший дали, процент хороший дали, а... Местные власти оправдывают свое бездействие схемами, которые понятны только администрации муниципалитета. Но до этого почему-то о них молчали. И любой проект, когда мы голосуем по ФГГС, это говорит о том, что мы определяем мнение, узнаем мнение жителей, что мы хотим с вами делать. После этого, как мы определили место, мы заказываем проект. Как у нас появляется проект, мы, значит, начинаем заявляться вот в эти вот федеральные программы. Вот схема примерно вот такая. Ну, здесь распыляться, значит, если мы начали парк, давайте будем парк и, так скажем, то, что мы запланировали сделать, дальше двигаться. При этом никаких конкретных сроков так и не было названо. Чего ожидать населению, когда будет переизбрана местная дума или сменится глава, пока не ясно. Наверняка будут подвижки в федеральном и региональном законодательстве, которые также могут внести свои поправки в планы по благоустройству нашего муниципалитета. А что видят простые артемовцы?